Ну а в конце ролика я озвучу для вас выгодные предложения для покупки данного автобуса. Привет! Ты на канале Toy House. Сегодня мы с вами будем обозревать автобус ЛАЗ 699R, да, советский полулюкс. И в этом видео я хочу снять такой обзор, который люблю смотреть я. То есть короткий, информативный обзорчик. Поэтому журнальчик нам в принципе не нужен. Мы модель покупаем не из-за журнала и не из-за этой замечательной наклейки, а будем рассматривать с вами именно модель. Ну а в конце ролика я озвучу для вас цену и выгодные предложения для покупки данного автобуса. Открываю автобус и погнали смотреть. Ну что, вот модель досталась из блистера, да? И хочу сразу отметить, что выполнена она из жесткого пластика. Пластик здесь мне показался более лучше, чем на ЛАЗе 4202. Там какой-то хлипенький. Здесь прям жесткий такой непроминающийся пластик. Днище автомобиля, автобуса данного, выполнено из металла. Откручивается она, смотрю я, 6 аж на болтами, если кому интересно. 2 здесь, 2 здесь и 2 вот здесь вот в конце. Ну, днище вот так, такую проработочку имеет. Задние колеса у нас спаренные, да? Колеса, сразу хочу отметить, видите, восьмерочкой. У меня пришли восьмерочкой. Такс, давайте смотреть по передней части автомобиля. Дворники выполнены из хромированного пластика, ну такие довольно-таки аккуратно, симпатично сделаны. Оптика, вот эта оптика, она выполнена из пластика, ну с имитацией стекла, да, так сказать. А все остальное здесь абсолютно прокрашено. Противотуманочки прокрашены, соответственно, поворотники, габаритные огни, все это окрас идет. Место водителя довольно неплохо сделано, с перегородочкой. Сиденья здесь имеют подлокотники. Вы посмотрите, все сиденья имеют подлокотники. Очень симпатично сделан салон, но единственное, что в черном цвете. Но это же все зависит от вас. Хотите, делайте, переделывайте. В общем, все как пожелаете, на ваше усмотрение. С этой стороны место водителя. Смотрите, здесь место, наверное, сопровождающего, либо экскурсовода, не знаю, кондуктора, не кондуктора. В общем, она тоже имеет подлокотники, причем с двух сторон. Мне кажется, довольно комфортабельный был автобус. И удобно на нем было ездить в путешествия какие-либо. Кстати, хочу отметить, что значок ЛАЗ здесь нанесен немного неправильно. Должен идти по белой полосе, но немножко смещен кверху. Уплотнительные резинки выполнены, имеются. Задняя часть автомобиля у нас имеет также прокрашенную оптику. Все это на пластике сделано. Здесь у нас надпись «Львов». Но он плохо разбираем, как бы, но тем не менее можно прочитать. Вроде как говорят, что по идее его, ну, этой надписи здесь быть не должно. Должна быть другая надпись. Давайте заглянем через заднее окно в салон. Вот так вот он выглядит. Огромный просто салон. Колеса имеют у нас расшивочку небольшую. Кому это важно, тоже смотрите. Небольшие надписи. Выполнена задняя ступица таким образом. А передняя вот таким вот. В принципе, автобус получился довольно симпатичный. Следующий момент — зеркала. Зеркала не из жесткого пластика, видите, гнутся. Поэтому сломать их, ну, можно, но не так быстро. И имитация, ну, зеркала здесь имеется. С этой стороны, в принципе, то же самое. В общем-то, вот такой вот обзор. Давайте еще раз покручу вам, чтобы еще раз отметили для себя, что вам важно, что вам не важно в данном автобусе. На крыше у нас, видите, сделаны все тоже выштамповки, воздухозаборники. Все это присутствует. Стоимость ее мне составила 1750 рублей, а для вас может составить еще подешевле, если вы воспользуетесь моим промокодом, который я закреплю там внизу. И на первую покупку, по-моему, действует скидка 200 рублей. На сайте Модимио заказывайте. В общем, ссылку на этот автобус и на свой промокод оставлю внизу в описании. В общем, вот такой вот обзор. Я думаю, что вы напишите свое мнение в комментариях, как вам такой обзор. Короткий и информативный, либо еще что-то добавить в этот обзор нужно. В общем, жду от вас комментариев, жду от вас мнения по поводу данного автобуса. Ну и все, понравился видос, ребят, подпишитесь на канал, кто не подписан, с вас лайкос, с меня видос. Всем короче, до свидос.